Чао, рагатцы! Это снова Женя и канал Рурум. И после моих видео об английском сленге и изучении итальянского языка меня стали спрашивать, где же учить английский язык. Я вообще всегда против скучного и нудного изучения языков, потому что такое кому угодно может мотивацию испортить, уничтожить точнее. Поэтому, хоть я сейчас и буду говорить конкретно о Москве, вы все равно оставайтесь, даже те, кто не из Москвы, чтобы узнать просто, как бывает. Бывает свет в конце английского туннеля. А те из вас, кто из Москвы, я знаю, что такие есть, а как насчет месяца бесплатного курса по английскому? Продолжайте просмотр. Итак, в эту субботу меня пригласили провести весь день в Moscow English Club, который находится недалеко от метро Курская. Знакома я с ребятами, потому что в этом году занималась у них импровизацией, тоже на английском. Вот я сижу публично, изображаю нежного человека, например. Но оказалось, это целый англоязычный клуб по интересам. Началось утро занятий йогой с профессиональным йогом из Индии. Правильно, вы угадали, тоже на английском и музыкой на заднем плане на хинди. Вообще с утра так потянуться и постоять на одной ноге пару минут. Как оказалось, отличное начало дня. Не без провалов новичка, конечно. Сразу после йоги я отправилась на занятия английским. На курсах тут как носители языка из США и Англии, так и профессиональные преподаватели языка из России. Я сразу попала к девушке из Калифорнии, Асе. Эй же, конечно. Очень энергичная и веселая, кстати. Понравилось? Студенты обсуждали статью из учебника о селфи и изучали устойчивые выражения на английском. General positive. Oh, yes, it's very well structured. Good vocabulary, good, you know, this is what I say to you guys, right? Which is true, though. It can be true, okay? All right, 2 points for this team, yes. Потом разделились на команды и давали друг другу фидбэк. В классе, кстати, все прямо по-домашнему. Диван на подоконнике, настольные игры, чай с плюшками даже есть. И специальное предложение даже я вам свистнула, пока никто не видел. Если забронируете курс до Нового года, 1 месяц занятий бесплатно. Ищите ссылку в продолжении видео. Я немного перекусила, и вот уже и следующее занятие началось. На этот раз с чудесной девушкой Анной, которая и с англичанами, и с французами разговаривает совершенно без проблем. Я в свою очередь сказала бонжур ей, а она хитро улыбнулась в ответ. На ее курсе шло бурное обсуждение современного искусства, например. А точнее, самого странного современного искусства. Студенты в процессе тоже разбились на пары, и один человек должен был притвориться создателем одного из шедевров, а второй — цензором, и попытаться запретить его к показу. Очень интересно получилось, по-моему. Мало того, после всего этого мы всем классом пошли на реальную выставку картин в Артплее неподалеку. И теперь выступали в качестве экспертов искусства, разумеется. Часть занятий Moscow English Club, кстати, вообще проходит на Артплее. А как многие из вас знают, это место просто наполнено дизайном. Тут же и британка находится, и классными кофейнями. Вот, например, Surf Coffee, мне очень понравилось. А это его директор тут сидит, круглосуточно. Это вот всего лишь один день я привела в МЭК, а там на самом деле есть же еще и занятия по бизнес-английскому, свой личный киноклуб с фильмами на языке оригинала, и летом даже занятия в парке с барбекю. Все на английском. Все ингредиенты тоже на английском, наверняка. Думайте, на этом все. Я специально для вас поймала неуловимую и просто нереально активную Дину Майлд, основательницу клуба Moscow English Club, и еще тренера по импровизации на английском при этом. Так мы на самом деле познакомились. Привет, Дина, от меня и рогац. Hi everyone, меня зовут Дина Майлд, я основатель школы разговорного английского Moscow English Club. Мы существуем уже 4 года, и за это время мы образовали большой комьюнити людей, интересующихся и изучающих английский, путешествующих, активных людей. Мы занимаемся со студентами с нулевого уровня до продвинутого включительно, и просто с теми, кто хочет практиковать язык на постоянной основе и have fun. На постоянной основе. Наша школа с очень необычным подходом, потому что мы вышли за стандартные рамки обучения за партой с строгим учителем. У нас вы можете изучать язык, погружаясь в него полностью. Кроме классических курсов, где вы изучаете различные аспекты языка, такие как грамматику, лексику, аудирование, вы тут же практикуете язык, окунаясь в жизненные ситуации, посещая различные мероприятия, которые совершенно бесплатны для наших студентов, такие как йога на английском языке, импровизация, киноклуб, также посещение музеев, выставок и прочих мероприятий, и также тусовок на различные праздники, как Хэллоуин, Новый год. Все эти мероприятия проходят, естественно, на английском языке. У нас занимаются не только ребята из России, но также из разных стран.
стран, поэтому это даже более чем школы, это именно комьюнити людей. А у нас профессиональные преподаватели из России, из-за рубежа, естественно, Америки и Англии, как носители, так и нет. Но все они профессионалы своего дела и знают, как вас замотивировать на успешное обучение. При школе у нас также есть клуб импровизации, тоже на английском языке, где ребята ходят заниматься, чтобы пересилить свой страх, пересилить страх сцены, страх публичных выступлений. Мы работаем над речью, над произношением, мы работаем над подачей. Многие из наших студентов также первый раз получают опыт сцены. Мы выступаем с командой и со своими студентами на площадках Москвы, центральных площадках Москвы, на Арбате и на Мясницкой. И также мы проводим импровизацию как способ тимбилдинга в различных компаниях. Если ты сейчас смотришь это видео, и твоя цель — это заговорить наконец-то или to become fluent, приходи к нам. Потому что мы учим живому языку, который нужен здесь и сейчас. И ты сможешь спокойно путешествовать, применять свои скиллы и не думать о том, что, о боже, я не знаю язык. Мы тебя научим. Welcome to the family! Welcome indeed! Если вам интересно узнать какие-то подробности об этом клубе, герой этого видео, или хотите задать какие-то вопросы, вот вам все контакты сейчас на экране появились. Скорее-скорее переписывайте, делайте скриншот. И ставьте палец вверх этому видео, если вы так же, как и я, против устаревшей системы образования, изучения языков, в частности, и за прогресс. Интересный и продуктивный при этом. A presto! Ciao! Welcome to the family! Welcome to the family. Welcome. Сказали же манту не мочить.